Мы с вами подходим к особому периоду. Совсем скоро прозвучат наши последние звонки. Начнется сложное время. Сложное и ответственное время для старшеклассников, а еще для учителей и родителей. Началась итоговая государственная аттестация 9 и 11 классов. В 2024 году у нас будут сдавать экзамены 2808 человек. Вы на слайде видите, по отношению к 2022 году увеличение выпускников у нас идет. В Одинцовском округе в этом году выпускниками 11 и 9 классов станут свыше 8 тысяч учеников. Для проведения итоговой аттестации подготовлены более 40 пунктов. Три из них на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Осмотрели действительно все. Смотрели наличие расходников, смотрели готовность аудитории, смотрели готовность самого пункта, наличие воды. Бесперебойная видеотрансляция, водоснабжение здания, охрана и соблюдение режима тишины. Чтобы ОГЭ и ЕГЭ для выпускников прошли в штатном режиме, соответствующие службы муниципалитета работают в тесном сотрудничестве. Мы предоставили в каждый пункт приема экзамена медицинских сотрудников. Все это зафиксировано, список мы отправили. Нововведение этого года – второй шанс для выпускников. Ученик отныне может пересдать ЕГЭ по одному из предметов на выбор. Соответствующее заявление подается с 26 июня по 1 июля. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».